era kastan ar finor og pargan fod nos hans indrossan da va kin va hin koga mundra Привет, ребятки! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштеев Дмитрий, и мы с вами продолжаем проходить Skyrim Dawnguard. И у меня экспериментальный способ записи сейчас без монтажа. Я это делаю, даже заставки через UBS все дело склеиваю. Если у меня получится сегодня без всяких фейлов и так далее и тому подобное, то я именно так и продолжу записывать. Таким образом я облегчу себе жизнь, потому что перестану монтировать такие ролики, как Skyrim там, и так далее, ну, без видной надобности. А то есть тогда, когда у меня все хорошо и со звуком, и с картинкой, и прохожу норм. Вот, тем самым ускорю и облегчу себе выпуск серии. Плюс эта запись в 50 миллионов... Короче говоря, охренительное качество должно быть. Плюс ко всему 60 FPS. Я знал про этот корень Нирна, потому что я тестировал запись. И сюда добег, пока Мишку убивал. Спасибо вам за то, что многие отозвались по поводу NB для Skyrim, кучу предложений. Real Vision мне очень сильно понравился, True Vision мне показался довольно-таки скудным. Больше, знаете, на Dragon Age похож, такой инквизицию имеется в виду, такой игрушечный, что ли. Real Vision очень крутой, но я его сейчас пока не ставил, потому что там заморочек куча. Я пока что тестирую именно эту запись, уж простите. Ребятушки. Ну что ж, вы отзовитесь в комментариях, как вам чё по картинке, а мы с вами отправляемся в эту самую башенку. Дабы что сделать? Давайте-ка почитаем. А, ну да, Сирана нам нужно было домой отвезти. Точно, точно, точно. А карта нам показывает, куда нам идти. Ну, нет, нам не в Северную башню, нам дальше. Сиран, подруга моя. Любимчик Кепел был уведомлен подсказками подписчиков о том, что с тобой надо бы надружить. Хочется мне в эти подсказки верить. Подруга. Она маг, кстати говоря. Если я выберу сторону вампиров, то я буду с ней. А, ну, насколько я знаю, что если я выберу сторону охотников на вампиров, истреблять вампиров буду, то я все равно смогу остаться с ней. Смотрите, какой замок впереди, да? Все равно смогу остаться с ней, но только придется ее излечить от болезни этой. Я пока что в раздумьях, быть мне вампиром или нет. Насколько я знаю... это действительно ну вот, болезнь. Теперь на север. Мы обычно держали тут лодку, чтобы добираться туда. Ну, вон и лодка. То есть, понимаете, да, довольно сложно будет, как бы, на людях показаться. Там, под солнышком не побродить. Я молчу о летнем пляжном загаре. Это сейчас что было? Просто какой-то жесткий панцирь. Дружище, я не знаю, как ты это сделал. Но ты меня поразил, ладно. А что еще полагается упомянуть? Полагается упомянуть... О, я попаду? Долетит ли стрела? Оп, долетела. Сейчас убью. Эй. Сейчас не долетела. Но она долетает, короче говоря, до туда. Во, видели? Куда попал? Е-е-е-е! Пристрелился. Пристрелялся, точнее. Извините за липтайм. Но мне жутко понравилось. Стрелять, малять, палять. О, привет. Волчара. Гуляешь, тут тусишь. Что-то хотел еще сказать. Причал ледяных вод. Офигительно.
А, вампиры здесь... На этом месте мы обычно садились в лодку. Ты со мной? Да, нормальный сарказм. Конечно, с тобой. Не очень здоровый сарказм. Я договорить, позволь мне. Вампиры здесь такие же, как оборотни. Поясню, оборотнем становишься, у тебя появляется еще одна ветка навыков, ты качаешься в образе оборотня отдельно, отдельный уровень имеешь и так далее и тому подобное. За это тоже там свои ачивки, плюшки и так далее и тому подобное имеется. То же самое есть и в обличии вампира. Ну вот такая вот канитель. Ну что ж, замок Волкихар. Отправляемся в него. Многие просили также завязать уже арбалет, который мне дали. Я вот хочу посмотреть, он у меня действительно с собой или нет. Да, у меня он с собой. Слушайте, арбалет носит 86 урона. А болты у меня с собой. Стальной болт имеется. Давайте-ка постреляю из арбалета. Чего нет? Интересно будет. Сохранюсь, пожалуй. Ну что, пошли? Замок Волкихар, да. Это именно к нему мы на лодочке-то и приплыли. Вон там Скайрим. Дай-ка я в башенку сгоняю, подруга. Я надеюсь, ты не против. Очень надеюсь на это. А то, знаете, перечить вампиру, ну, я пока не хотел бы. Офигеть, виды. Потрясающие. Надеюсь, благодаря этому способу съемки вы вдоволь наслаждаетесь картинкой, как и я. Я точно так же буду делать теперь во всех играх, если получится. Если получится, было бы замечательно, потому что действительно минус запара бешеная именно с рендером, который, знаете, вот эту картинку, 40-минутный ролик, он бы рендерил часа 3-4, а тут снял, как бы можно заливать и дальше записывать, как я раньше делал на бендикаме, так еще и плюс ко всему заставками. Опа, батя ее, что ли? Тебе здесь не рад. Нет, наблюдатель. Я тебе сейчас болт промеж горла засуну. Мы не потерпим нарушения. Пока мы не вошли. Ага. Что-то хотела сказать? Я просто хотела поблагодарить тебя. Но когда попадем внутрь, я буду действовать сама. Я думаю... Я знаю, твои друзья тут попросту бы всех перебили. Надеюсь, у тебя хватит ума ничего такого не делать. Теперь, когда мы внутри, давай не поднимать шума. Я пойду вперед. Леди Сирана вернулась! Открывайте ворота! Что ж, ладно, это, я... Наверное, это самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Да, это она. Я, пожалуй, сверну свой арбалет, положу за спину, не буду никого убивать. Ну, добалазарился? Он прекрасный человек. Прекрасный человек, он сказал. О, да. Волкихар. Прекрасный человек. Интересненько. Человек. Вот уж не думаю, но ладно. Человек, блин. Сейчас узнаем. Да как ты смеешь входить сюда? Постой. Сирана? Это и вправду ты? Глазам своим не верю. Развернулся и ушел. Отличная реакция. Друзья, Сирана вернулась. Похоже, меня ждали. Роль глашатого исполняет. Да тут празднество. Ты глянь. Ох ты ж, ёб твою ты. Пропавшая дочь наконец вернулась. Да, действительно, тут празднество. Надеюсь, мой древний свиток у тебя. И после стольких лет это первое, о чем ты спрашиваешь? Да, свиток у меня. Конечно же, я счастлив видеть тебя, дочь моя. Что-то очково тут. Неужели обязательно произносить это вслух? Ах, если бы только твоя предательница-мать была здесь. Я бы заставил ее посмотреть на это воссоединение, прежде чем встать ее голову на пику. А теперь скажи мне, кого это ты привела в наш зал? Это мой спаситель, которому я обязана свободой. Подойти, что ли? Итак, так, ладно, не смотреть по сторонам, главное. Прими мою благодарность.
благодарность за возвращение моей дочери. Нет проблем. Скажи мне, как твое имя? Меня зовут... Ульфрик Буревестник, нельзя, да? Бляха, я Кепел. А кто ты? Я Харкон, здешний лорд. Моя дочь уже сказала тебе, кто мы такие. Какие-то язычники, практикующие каннибализм. Вы вампиры. Не просто вампиры. Древнейшие и сильнейшие в Скайриме. Да, я здесь просто лакомство. Сотни лет жили здесь вдали от тягот этого мира. Песик где-то рядом. Но всему этому пришел конец, когда моя жена предала меня и скрылась с тем, кого я ценил более всего. Так, ладно, про награду я ничего не буду говорить. Чё теперь-то? Тебе посчастливилось оказать мне великую услугу. И я должен наградить тебя. Ага, оставь мне мою жалкую жизнь. Которым я могу отплатить тебе за спасение древнего свитка и моей дочери. Ага, моя жизнь. Я предлагаю тебе мою кровь. Твою кровь? Прими ее, и ты станешь львом среди ягнят. Люди будут дрожать при твоем приближении, и ты никогда больше не будешь бояться смерти. А если я откажусь от твоего дара? Тогда ты станешь добычей, как и все смертные. Я пощажу твою жизнь на этот раз, но буду вынужден изгнать тебя отсюда. Может быть, ты нуждаешься в убеждении? Узри мою силу! Сейчас что-то будет. Ты съеб твою ты мать, ты посмотри на него. Вот сила, которую я предлагаю. Охренеть. А теперь делай свой выбор. Ну что ж, выбор тут довольно прост. Либо мы становимся вампиром, либо нет. К сожалению, в самом начале Даунгарда нам этот выбор предлагают сделать. К сожалению, почему? Потому как я еще не знаю, хочу я становиться вампиром или не хочу. Вообще, многие говорят, что стоит. Но я, пожалуй, так и сделаю. С вампирами шутки плохи. Единственное, что меня раздражает, так это то, что я наверняка вынужден буду каждый раз шмотки свои одевать по новой, как это было в случае с оборотнем. Если это будет не так, и при каждом, точнее, после каждого перевоплощения свою одежду мне не придется опять на себя по новой напяливать, и она сохраняться будет в сетах, то я буду только счастлив. Итак, пора ответить лорду Харкону согласием. Я принимаю твой дар и стану вампиром. Стой спокойно. Сейчас будет укус. А, сука. Не видать мне солнца больше. Ой-о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 й. А? Кто такой? Лорд Харкон? Пора научиться владеть ею. Я хочу овладеть моими новыми силами. Под моим руководством ты станешь смертоносным оружием, повсюду вселяющим ужас в сердца смертных. А теперь слушай меня и делай то, что я приказываю. Давай, давай, готов слушать. Силу древней крови можно обрести лишь в форме вампира-лорда. Прими мантию вампира-лорда, и мы продолжим. А, как новая шматья, смотрите. Примите способность вампира-лорда. Для этого нужно наверняка одеть мантию. Мантию. Не понял? Нет. Видимо, она как одежда. Как плащ теней Ноктюрнал. Вампир-лорд, так точно, смотрите. Превращение вампира-лорда. Используйте восстание облика, чтобы вернуть себе прежний вид. Так. Используй силу древней крови, чтобы...
В этой форме ты сможешь вытягивать жизнь из своих врагов правой рукой. Левой рукой ты сможешь призвать магию крови, чтобы воскрешать. Левой кого-нибудь воскресить? Правой кого-нибудь вытянуть. Чтобы обратиться в стаю летучих мышей. О, силы ночи. Снова уже... Вампир-лорд, вот, видите, прокачка новая, то есть своя личная. В облике вампира-лорда вы получаете прибавку в 50 единиц к здоровью, магии и запас сил. Так, и смотрим. Обнажение всех существ, даже двемерзких механизмов. Превращение в неуязвимое облако тумана, позволяющее восстанавливать здоровье, магию и запас сил. Охеренная вещь, хочу такую туманную форму. Все вокруг замедляется, а вы двигаетесь быстрее. Туманная форма — это зашибись. А что справа есть еще? Подожди. Позволяет притянуть существо издалека и придушить его, когда жертва окажется близко. Офигенная вещь. Позволяет призвать горгулью, которая будет сражаться на вашей стороне. Тоже неплохо. Парализовать противника. Сила ночи и магии крови стоит на 33% меньше. Убийство жертвы укусом при... проведение силовой атаки полностью восстанавливает ваше здоровье. Вот это и вот это нужно. Нужная вещь. В бою вас окутывает стая летучих мышей, кусающих находящихся поблизости врагов. Охрененно. Если же у тебя закончится магия, ты можешь опуститься на землю и сражаться как зверь. Сделай это сейчас, и мы продолжим. Чисто сейчас продемонстрировал. What the fuck? Хорошо. На земле ты слабее, потому что у тебя нет доступа к магии крови. Однако силы ночи все еще подчиняются тебе. А твои клыки остаются могучим оружием. Со временем силы твои будут расти, и ты будешь находить новые способы использовать свой дар. Нажмите Б, чтобы просмотреть дерево способностей вампира. Ну, я вот это уже сделал. Я бы хотел научиться... Ого, тебе офигительно. Тебе еще многому предстоит научиться. Но если ты овладеешь силой вампира-лорда... сможет противостоять тебе. Вау, вот чего я хотел сделать. Охренеть. Когда ты убиваешь смертных, высасывая из них жизнь, ты приобретаешь новые силы ночи и магию крови. У меня в замке есть загон с трелами. На случай, если тебе понадобится покормиться, как простым вампиром, избегая солнца. Больше мне нечему тебя учить. Но если тебе нужно напомнить какой-нибудь из уроков, только попроси. Чую мощь в моих руках, ребятки. Знание, которое позволит тебе испытать свои новые силы. Ого, круто. Скажи, есть ли у тебя вопросы? Нет, вопросов нет, все просто как дважды два. Я могу приступить. Хорошо. К заданию. Иди и поговори с Гораном Моретти. Скажи ему, что время пришло. Ха, понял. Он поймет. Гаран Моретти. Восстановлением облика, бла-бла-бла. Офигительная вещь. Вот теперь я точно вампир. Эй, йоу, привет, ребятки. Я выше мелочных дрязг. Не в моем возрасте заниматься ерундой. Эй, поговори со мной.
Навидался полетить. Погоди, ладно. Понятно, да? Что он хочет? Доме драться. Ты кого тут этим хочешь удивить? Никого я не хочу удивить, я хочу выключить. Я хочу выглядеть. Никогда не понимал страсти нордов к оружию. Магия куда более универсальная вещь. Не находишь? Знаешь что? Во! Восстановление облика, офигеть. Привет. О, мать ее осталась. Привет, на мне. Брат. Офигительно. Ну, слава богу, хоть здесь не надо заново одевать все. Гарн, а может быть, пофиксили и оборотни, может, и там не надо. Хрен его знает. Так, Гарн. Приветствую, брат. У меня послание от Харкона. Лорда Харкона, знай свое место. Так чего хочет лорд? Ну, какой, блин, дерзкий, а? Он просто сказал, время пришло. Так-так. Значит, ему нужна чаша. Тебе доводилось слышать о чаше из гелиотропа? Ну, вообще-то, в первый раз слышу. Это тщательно охраняемый секрет. Чаша уже довольно давно находится у лорда Харкона. Она способна значительно прибавить нам сил. Но он пренебрегал ею годами. Если он решил наполнить ее сейчас, нас ожидает нечто великое. Это хорошо. За мной. Я отведу тебя к ней. Лорд Харкон никогда раньше не пользовался чашей. Он всегда полагался на собственные силы. Какие интересные перемены. Интересные перемены. Видимо, грядет именно бойня какая-то. Война. Попахивает, да, другим миром. И это хорошо. Очень хорошо. Мне нравится такая атмосфера. А еще мне нравится, что я по эту сторону. Извини нас. Мне нужно принести чашу из гелиотропа. Чашу? Зачем? Ты что задумал, Гаран? Приказ лорда Харкона, Ортельф. И на меня смотрит. Нашему другу приказано наполнить чашу. Правда? Чистая правда. Он отправляется в красноводное логово. Красноводное что логово? Ж, тогда удачи тебе. Спасибо. А что это за логово-то? И Ортельф, главные советники Харкона. Не сомневаюсь, они очень удивятся, узнав, что ты забираешь чашу. А вот и мы. Так вот, эту чашу нужно наполнить из кровавого источника, который питает красноводное логово. Но этого недостаточно. Когда это будет сделано, туда надо будет добавить кровь могущественного вампира. И не забывай, что красноводное логово превратилось в... Короче говоря... Там теперь живут не слишком уважаемые члены сообщества. Справлюсь как-нибудь. Тебе решать, договариваться с ними или пробить себе дорогу силой. И поспеши назад. Не в твоих интересах заставлять лорда Харкона ждать. Офигительно. Итак, мне нужно отнести чашу из гелиотропа к красноводному источнику. Вампир лорд, да, стоит. Отлично. Давайте-ка я потороплюсь отсюда. Красноводный источник. Звучит очень круто. Очень круто. Очень круто. Чуть по чуть надо будет сохраняться. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это за... Ваша вампирская кровь кипит на солнце. Надо ночи дождаться, блин. Ну все, считайте, уже можно. А куда мне теперь? Ух, ни хрена ж себе. Красноводное логово. Ух, ни хрена ж себе. Саванч Зелла. Ну, давайте Саванч Зелла, наверное, туда. Да-да-да. Постараюсь. Надо бы еще кого-нибудь пришлепнуть арбалетом.
потом уже превратиться в дерзкого вампира и гасить всех, как попало. Давай-ка не умирай, дружище. Просто. Ты полетишь вперед. Нет, зачем? Зачем ты слез? Я нажал на А машинально, я думал, он сейчас как прыгнет. Нифига. А! Крик такой. А, где-то батл, где-то там медведь с кем-то дрался. Особо плевать, у меня особенная миссия. Она очень важна сейчас для меня. Мне кажется, выбор очевиден, да? Вот так вот прыгать. Выбор очевиден, и мы с вами ничего не будем ни с кем договариваться. Мы с вами просто возьмем и всех перехреначим к собачьей матери, потому что, ну, хочется проверить две свои новые способности силовые. Это арбалет и облик вампира, лорда. Ну-ка, давай, лежай. Я, пожалуй, сохранюсь. Чё-то никого нет, это подозрительно как, а? Здесь все сожжено, красноводное логово. О, если здравствуй. Здесь по делу, то заходи. Если нет, то проваливай. Я совсем забыл, дружище. Ой. Офигел, Мишка. Блин, арбалеты мне нравятся. Болты у меня где-то были, по-моему. Или я всех продавал, не помню уже. Вон, два болта. Два болта потратил, два болта забрал. Серьезно, где-то были у меня болты. Охранник в тебе. Ну, хотя бы один болт. Да, остальной болт имеется. О, тише. И еще один стальной болт, который я промазал. Я что-то как-то очень дерзко, да? Это сделал. Стрела. А болт? Нельзя. Нельзя достать было болт из башки. Битва Красной Горы. Это мы читали, по-моему. Нет, не читали. Не читали. Раз повысился навык. Вот читайте, попрошу, пожалуйста. В вашем распоряжении паузы. Ни хрена себе длинная книжка. Нехилая такая книжка. Есть фильм «Битва у Красной Горы», по-моему, первая, вторая часть. Охерительный фильм, если честно. Советую. Две части, да. Красноводное логово. Естественно, буду всех уничтожать. Может быть, внутри, если совсем все тяжко станет, я превращусь в вампира. Что он офигительные вещи творит. Вот это вот перемещение в виде... Хотя, чё я парюсь? Давайте, короче, я действительно... Оп! Понеслась душа в рай. Да, застрял. Косяк. Ладно, у меня есть вот такая способность, которой я никак не могу воспользоваться тоже. Офигеть. Офигеть просто. Так, если собираешься вниз, за оружие не хватайся, а то нам придется познакомиться поближе. А я прямо сейчас готов. Проходи и веди себя прилично. Нет, дружище, я сохранюсь. Превращусь в вампира. И начну всех уничтожать. Да ну что ж такое-то, не прикольно. Не получается, блин,
пролазить. Толстый слишком в облике вампира. Теперь ты в моей власти. Расстрел на месте, ёп. Болты мне отдали быстро. Я даже не собирался осмотреть все это дело. Че у торговца? Скума. Офигеть, всякого добра. О, вот это не надо. Вина у меня давно не было. А чё тут? Ого, ого. Драугр мёртвый. Офигеть, да? И я ещё от третьего лица играю зачем-то. Непонятно зачем. Вон, плевать. Там ещё в колодец можно пройти. Жесть. Это все больные с кумой. Целесообразно ли собирать болты с них или нет, не знаю. Но я устраиваю чистую такую зачистку. Чистая зачистка. Она даже не поняла, что мертва. Имперский дезертир. Отправился побухать. Наркоман хренов. Они все здесь наркоманы. Чё-то мне это брат 2 напомнил, не знаю почему. У меня есть ключ. Какое нахер противоядие? Я думал, это банка лечения, а это какое-то нахрен противоядие. Стрел вампиров, а ты чё? А, вы так хотите, да? По-плохому. Как тебе такое, дружище? Ты же понимаешь, против меня тебе лучше не идти. Трел вампиров слишком... Что? Слишком силен. Черт возьми. А может, ты поднимешься? Да ладно вам. А ты черт возьми. Там куча ништяков внизу. Я все пропускаю напрочь просто. Ну потому что, ёпта, я вампир. Мне нехера бояться, мне вообще ничего не страшно. Здорово. Сомневаюсь, что у тебя что-то получится, дружище. Офигеть, да? Давай-ка за мной. Вот вам и разнообразие в геймплее, не только лучник. Ну давай. Ну поднимайся. А-а-а, они все слишком сильны. Раздражает. Мне там, видимо, кое-что прокачать надо. Гадство, 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 да и только. Придется восстанавливать облик.
Почему? Потому что я хочу взять вот эти вот штуки. Вот, это идеальное зелье лечения. Офигительная вещь, между прочим. Ветер такой сильный, сквозит просто жестко, блин. Я в облике вампиров очень сильный. Собачку, наверное, можно было и не убивать. Я так чисто по... По привычке, грубо говоря. По-моему, это был вампир. Да, и он умер быстрее, чем... чем его трелы. Он встал из гроба именно. Драугар мертвый. Драугар мертвый. Что-то я одновременно нажал, короче говоря, и зайти в этот источник и сохраниться нажал. По-моему. По-моему, зря я это сделал. Ну да ладно. Так, сохраняюсь. О, смотрите, слово, да, кажется? Нет. Действительно, только кажется. Почему бы тогда не попить крови прямо из источника? Это проще, чем кабак содержать. Действительно, только кажется. Так, ребятки, из-за того, что как бы. Экспериментальная серия, я сохраню сейчас. Я понятия не имею дальше, сколько идти еще вот здесь вот. Так, отойду лучше. Я, пожалуй, здесь с вами попрощаюсь. Мы здесь с вами закончим. Увидимся тогда в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят. Удачи!